дом по улице Елены Телеги, 1А. Пятиэтажный кирпичный дом 1965 года постройки. Во дворе относительно чисто и зелено. Достаточно много зеленых насаждений. Входы в парадные в удовлетворительном состоянии. Установлены кодовые замки. На некоторых парадных домофоны. Под подъездами установлены скамейки. Автомобили паркуют возле дома. Места для парковки недостаточно. Есть новая игровая площадка. Неподалеку парк. Возле дома находится школа. Детский сад. Супермаркет. Станция метро Дорогожич. Хорошая транспортная развязка. Состояние дома удовлетворительное.